Шеф-повар Максим Григорьев. Запеченные караси, фаршированные квашеной капустой. Карась, хоть рыба и костлявая, и не деликатесная, но любима многими, так как мясо у него очень вкусное, диетическое, сочное, сладковатое. Самые вкусные караси размером с ладошку. Их обычно жарят, а я предлагаю запечь в духовке. И не просто запечь, а нафаршировать квашеной капустой. Гарантирую превосходный вкус и гастрономическое удовольствие. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Капуста квашеная 100 грамм. Карась 400 грамм. Лук репчатый 1 штука. Майонез 1 столовая ложка. Петрушка свежая 2 веточки. Шаг 1. Подготовим ингредиенты для блюда: петрушка свежая, майонез, лук репчатый, карась, капуста квашеная. Шаг 2. Карасей почистим, вымоем. Так как карась рыба костлявая, сделаем по всей тушке насечки острым ножом. Так кости не чувствуются. Шаг 3. Намажем карасей майонезом и оставим мариноваться, пока готовим начинку. Шаг 4. Для начинки обжарим луковицу. Шаг 5. Квашеную капусту отожмем и добавим к луку. Обжарим минут 7-10. Шаг 6. В конце кладем к капусте нарезанную петрушку. Начинка готова. Дадим ей немного остыть. Шаг 7. В брюшко карасей кладем начинку из квашеной капусты. Шаг 8. Запекаем в разогретой до 180-190 с духовки минут 40-50. Шаг 9. Запеченные караси, фаршированные квашеной капустой, готовы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.